Сьогодні ми приймаємо важливий фінансовий документ. З багатьма з вас ми працюємо вже 8 років, проте лише зараз підійшли до моменту, коли про Одесу вперше серйозно заговорили на державному рівні. Президентські проекти «Велике будівництво», «Велика реставрація», які реалізуються в нашому місті, чудове підтвердження моїх слів. Уважаемые депутаты, многие помнят, как мы принимали бюджет раньше. На встречах с депутатскими группами чаще всего поднимались вопросы общественного бюджета, депутатского фонда, ремонты объектов на округах, во дворах. Точечные вопросы. И я вам скажу, эти вопросы важны, нужны, их нужно принимать и нужно об этом думать. Знают они со слов и фантазии, поскольку сам был депутатом Одесского городского совета и работал на своем округе. Но я считаю, что настал тот день, когда надо определиться, какой мы видим Одессу в будущем. Мы должны с вами понимать, что инженерная инфраструктура Одессы давно требует не ремонта, не латания дыр, а принципиального обновления. И сегодня центральные органы власти услышали Одессу. Впервые нам выделена субвенция из государственного бюджета Украины в размере 200 миллионов гривен на развитие городской инфраструктуры. И Одесса – единственный город в Украине, который получил такую сумму. И это еще не все. В государственном бюджете предусмотрена субвенция в размере 9 миллиардов гривен на инфраструктурные проекты и развитие объектов социально-культурной сферы. Мы надеемся и даже уверены, что Одесса получит большую часть этих средств. И мы с вами должны выделить софинансирование, если это будет предусмотрено действующим порядком. Наша практика показывает, что мы добиваемся отличных результатов при наличии финансирования. Один из примеров реализации 5 проектов в рамках чрезвычайной кредитной программы «Восстановление Украины», которую мы реализуем совместно с Европейским инвестиционным банком и Министерством инфраструктуры. В частности, речь идет о школах номер 41, 49, 31, 39 и 8 больниц. Мы пока не знаем, в каких объемах будет софинансирование, но мы должны расставить приоритет. Плюс надо понимать цифры по каждому из них, и это понимание сегодня есть. Ивановский путепровод. Сегодня специалистами определено, что его ремонт невозможен. Нужен новый путепровод, шестиполосный, другой длины и другой ширины. На его реконструкции необходимо более 1,3 миллиардов гривен. Валиховский корпус инфекционной больницы и еврейская больница по 200 миллионов. Что касается Валиховского корпуса, вы знаете, это наш форпост по борьбе с ковидом, и вся нагрузка лежит на нашей инфекционной больнице. Валиховский корпус, памятник архитектуры. Помимо этого, это самый большой корпус, в котором более 150 койко-мест. Еврейская больница. Вы знаете, что мы ведем уже на протяжении 2 лет ремонт. Такой ремонт, который не видела эта больница с момента ее основания. Подошли к ремонтным работам в операционном блоке, где есть 7 операционных, находятся в этом блоке, требующие ремонта. Как я уже сказал, на каждый из этих проектов до 200 миллионов гривен. Реставрация памятников архитектуры, это я говорю уже о визитных карточках Одессы, порядка 800 миллионов гривен. И важнейший проект соединения Хаджибеевского лимана с Черным морем посредством румынского канала. Это позволит снизить уровень, а значит и давление вод на дамбу Хаджибеевского лимана. На это нам необходимо 680 миллионов гривен. На протяжении лет мною были направлены более 10 обращений всем премьер-министрам, министрам инфраструктуры и другим украинским топ-чиновникам. Все они имели, к сожалению, нулевой эффект. Но сегодня дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Стало ясно, что вопрос функционирования дамбы – это не только безопасность порта, но и транспортная артерия, промышленные предприятия. А еще 300 тысяч жителей Суворовского района, что примерно равнозначно населению города Винниц. И мы не имеем права оставлять такой огромный жилой массив без внимания. Именно поэтому в наших планах масштабная реконструкция улиц Атамана Головатого и Черноморского казачества с заменой трамвайного путепровода.
Но до решения вопроса Кожебьевской дамбы и водоотводом ремонт начать нецелесообразно. Мы встречались и с транспортной комиссией, с профильным департаментом. И прежде чем начать ремонт, как я уже сказал, по двум этим артериям, соединяющим Суворовский район, нам необходимо совместно с центральными органами власти, ведется сейчас проект в работе о том, чтобы объездная дорога возле Хаджибеевской дамбы была выполнена четырехполосной, современной, с укреплением существующей дамбы. Этот проект, как я уже сказал, находится в работе. Будет производиться за деньги государственного бюджета. У нас уже практически реализован проект транспортного сообщения Паустовского-Архитекторска. Это я говорю о трамвайном маршруте сообщения «Север-Юг». Осталось только завершить перекладку трамвайного полотна по улице Преображенской возле Привоза. На сегодняшний день также остро стоит вопрос об установлении границ парка «Юбилейный», расположенного на прибрежных склонах нашего города, занимающего площадь порядка 200 гектаров. Вам хочу сказать, что многие начинающие политики на этом вопросе строят себе рекламную кампанию, но при этом никакого участия в реализации данного проекта не принимают. В отличие от пустых дискуссий по этому поводу, городская власть с 2015 года принимает конкретные шаги для установления границ парка. 25 марта 2015 года Одесским городским советом было принято решение об утверждении генерального плана города Одессы, которым предусмотрено создание территории парка «Юбилейный». Также при разработке и утверждении зонинга в 2016 году одной из ключевых задач было отображение парка «Юбилейный» как самой большой рекреационной зоны общего пользования. В 2021 году нами были предприняты все необходимые меры для установления границ парка «Юбилейный», а именно службами городского совета аккумулируется информация о собственниках объектов недвижимого имущества, расположенного на запланированной территории парка. Проводится анализ информации согласно решению Одесского городского совета и данных Государственного земельного кадастра. Проводится ознакомление депутатского корпуса с проектом землеустройства по организации и установлению границ территории земель водного фонда и водоохранных зон вдоль Черного моря. По моей инициативе в бюджете города на 2022 год заложено 4 миллиона гривен для финансирования разработки технической документации по установлению границ парка «Юбилейный». Я вам скажу, что мы действительно хотим гулять по благоустроенным паркам, ездить по ровным дорогам. Вы наверняка слышите это от своих избирателей. Только на текущий ремонт дорог мы ежегодно тратим порядка 200 миллионов гривен. Казалось бы, сумма большая. Но что касается капремонтов, то такая сумма понадобится только на реконструкцию, например, улицы Генуэзской, с расширением, с заменой всех коммуникаций и трамвайного полотна. Мы хотим пользоваться нормальными лифтами. На это нужно 1,5 миллиарда гривен. Нам хочется сесть современный троллейбус или трамвай, это уже практически 3 миллиарда гривен, столько мы потратим на полное обновление подвижного состава. А если рассматривать вопрос комплекса, то добавим еще 6,5 миллиардов гривен, за счет которых будут заменены контактные сети и другие сопутствующие работы. Мы говорим о нехватках школ и детских садов. Для того, чтобы построить 21 новый садик и 13 школ, нам понадобится 7 миллиардов гривен. Я это не случайно сегодня говорю, потому что те люди, которые ставят перед собой задачи попасть в тот или иной представительский орган власти или законодательный орган власти, Верховную Раду, в органы местного самоуправления, иногда используют свои риторики или обещают то, чего, в принципе, никогда выполнить не смогут. Я хочу, чтобы мы все с вами понимали и знали, и одесситы знали, объективное положение вещей, и сколько средств вам понадобится для того, чтобы воплотить все наши обещания, идеи в жизнь. 72% наших теплосетей уже пережили эксплуатационные сроки, даже несколько эксплуатационных сроков. Наши сварщики честно говорят о том, что латать особенно нечего. Некоторые наши трубы – это одна сплошная латка. За 5 лет мы поменяли порядка 50 километров труб теплосетей. Но при этом я вам хочу сказать, что общая длина магистрали составляет 617 километров. У нас 7 мостов, которые мы попросили обследовать. По итогам обследования выяснилось, что необходимо ремонтировать Горбатый мост. Ну, мы все знаем, как Горбатый.
А это одна из стратегических артерий. Мы обратились в Укрзалезницу как балансосодержателю данного сооружения. Нам ответили, что на этот и следующий год финансирование не предусмотрено. То есть ситуация сегодня достаточно напряженная, мягко говоря. Если мы по требованию экспертов ограничили движение по Ивановскому путепроводу, то несвоевременное выделение из госбюджета или Укрзалезницы средств на ремонтные работы по Горбатому путепроводу, мосту Горбатому в Одессе. Если мы его закроем, то город лишится еще одной серьезной транспортной артерии. Подводя итог, могу сказать, что этот бюджетный год будет крайне отличаться от всех предыдущих. Мы должны полностью поменять финансовый подход, сосредоточиться на проектах, которые жизненно необходимы Одессе. И сегодня у нас впервые есть такая возможность. Возможность заключается в том, в консолидации наших сил с пониманием того, что необходимо Одессе. Невозможно сегодня выполнить ремонтные работы или поменять асфальтовое покрытие на улицах, не заменяя под асфальтовым покрытием все сети, которые, как я уже сказал, вышли из того состояния, когда их можно эксплуатировать. Поэтому необходимо это знать, необходимо всем представителям сегодня в Одесском городском совете, фракциям, провести соответствующие совещания. Мы готовы дать полную информацию по этому вопросу. О том, что и прежде всего честно и откровенно говорить людям. Мы должны делать межквартальные проезды, мы должны наводить порядок, замену стекол в подъездах, оконных рам. Это все необходимо делать. Для этого есть ЖКСы, которые должны с этим справиться. Мы должны сегодня заложить фундамент развития Одессы, поменять, как я уже сказал, свое отношение к инфраструктуре, которая сегодня изношена по многим направлениям.